Пожалуй, Франция единственная страна, не считая Соединенных Штатов, которую мы проехали с вами вдоль и поперек в поисках армянского следа. Хотя искать их во Франции особых усилий не требуется. Во многих городах страны, особенно на юге, армянское присутствие датируется со средних веков. И свидетельство тому хотя бы тот же французский ученый и агроном Прованса Аванес Алтунян, известный во Франции как Жан Алтен. О нем я рассказывал в сюжете, когда мы с вами колесили по Ницце и Марселю. Но сейчас я нахожусь севернее Марселя, в городе, расположенном в регионе Рона-Альпы, на месте слияния рек Рона и Сона. Городе, куда хочется всегда вернуться и где хочется жить. Не случайно сами армяне живут здесь уже свыше 100 лет. Долго я сюда не мог добраться, по разным причинам. И, наконец... Знаете, долгое время, буквально с юности, я считал всегда Лион таким армяно-буржуазным городом. Я скажу почему. Дело в том, что, когда еще будучи юным, я листал различные армянские справочники, словари, энциклопедии и прочее, почему-то с Лионом, именно конкретно с Лионом, были сравнимы такие понятия, как Дашнак-Тутюн, Гончак, буржуазная Армения, империализм армянский, ну и прочее, прочее, все, что касается вот того западного, тлетворного, как это любили всегда говорить в России или в Советском Союзе, все, что есть плохое на Западе. Все это сравнивали с армянством и армянством Лиона. Именно Лиона, не Бейрута, не Дамаска. Мне всегда было интересно, что же там такого в Лионе? Почему армян считают плохими именно и связывают их с Лионом, именно плохих армян? Ну, вот я в Лионе, ничего плохого я тут не увидел. Единственное, что я тут увидел, это красивый город Лион. Вон он у меня, панорама за спиной. Потом я спущусь и покажу вам город во всей красе. Ну и большая армянская община в этом городе. Ей уже больше 100 лет, этой самой общине, вплоть до того, что здесь одно время мэром города был этнический армянин. И сейчас, по совпадению, я прибыл в Лион тогда, когда сам мэр Лиона, уже француз, находится на данный момент в Армении и даже побывал на границе соприкосновения с Азербайджаном, встретился с пострадавшими людьми армянами. Так что вот такая вот историческая связь между армянским народом и французами Лиона, да и сами армянами, которые уже здесь в Лионе считаются давно своими людьми. И город этот мне напомнил в России Ростов-на-Дону, он такой вот полуармянский, ну вот как Марсель, если вы видели то, что я снимал в Марселе, вот Лион что-то наподобие Марселя. Здесь очень много армянских объектов, здесь очень много улиц и площадей, связанных с армянскими фамилиями. Здесь всего очень много армянского, и все потому, что после геноцида 1915 года, когда Франция оказала помощь армянам и распахнула свои двери в свою страну армянам, и армяне начали жить, творить в этой стране и конкретно в этом городе. Здесь, естественно, они основали очень много интересных своих мануфактурных производств. Подхожу к такому довольно-таки интересному месту, называется Барбарак. Не знаю, ни о чем вам не напоминает это слово, ни о чем не говорит Барбарак. Ну, подумайте хорошо. Никак. Барбарак, это на западно-армянском языке означает папа.
то есть мороженое. А вот, оно было открыто, это заведение, получается, Гарри Деникитяном, и не в Лионе, а в Сан-Тропе. А вот уже позже это заведение, которое сейчас известно на юге во Франции, производит вкуснейшее мороженое. И Барбарак – это уже бренд. В Лионе самый необычный монумент, посвященный геноциду армян. Их здесь на самом деле два. Но вот последний, который более современный и открытый в 2006 году, самый необычный. На самом деле объявлялся конкурс. Здесь поставить что-то в виде горы Арарат, земного шара, глобуса. Ну, с намеком на то, что выжившие армяне распространились по всему земному шару от горы Арарат. Но все это не прошло. И остались вот такие вот простенькие колонны, которые у меня за спиной. Вот этот монумент и символизирует, значит, события, которые произошли, страшные события, которые произошли в 1915 году в Османской империи. На этих колоннах, значит, зафиксированы надписи, цитаты. Ну, вот это вот, значит, вот видите, перед вами сейчас за спиной у меня. Это на самом деле никакого отношения не имеет к геноциду армян. Случайно здесь оказалось. И оказалось здесь значительно раньше. И была построена эта колонна в 1617 году. Находился тут Лепрозорий. Но самое интересное, как раз таки европейские хроники датируют прибытие армянских купцов сюда, в Западную Европу, именно в 1617 году. Вот такое вот любопытное положение. И монумент находится здесь, и, значит, вот эта колонна датирована 1617 годом. Ну, давайте теперь подойдем поближе, и я более подробно покажу, как это все выглядит на самом деле. Табличка. В память о 1,5 миллионах армян, убитых, значит, в Османской империи 1915 по 18 год. Надпись на французском, на армянском и на английском языках. Подойдем поближе вот, значит, к этим колоннам. Сейчас я вам покажу цитаты, имеющиеся здесь. Вот цитата Геворга Эмина. Здесь цитаты Марка Нишаняна. Вот цитата Нейри Заряна. Ну и многих-многих других авторов, литераторов, документалистов, высказавшихся о геноциде армян. Ну и вот сама эта колонна, о которой я говорил. Колонна или башня, как ее назвать, оставшаяся часть, я не знаю, которая была сооружена в 1617 году, как раз в аккурат тот год, когда армянские купцы впервые высадились здесь, в Западной Европе. Это еще раз, это во французских источниках. В голландских, конечно, там другие даты, в английских другие даты, но во французских источниках вот такие вот даты. Ну что ж, пойдем дальше. Есть еще много о чем сказать. Мы все-таки находимся не где-нибудь, а в Лионе. Я пришел здесь в лионский филиал HBU. Это их библиотека. Правда,
ребята извинились, сказали, у нас тут не убрано, ну ничего страшного. Меня здесь никто не ждал, в конце концов. А вот их библиотека. Давайте посмотрим. Вон там он, получается, в углу это портрет президента HBO, который в Нью-Йорке находится. А вот это прежние главы HBO, среди которых и Набор Паша, известный всем. Старые фотографии. Ну, естественно, здесь и молодежь, которая занимается спортом. Смотрите, сколько у них тут этих наград, призов, кубков, заработанных. Здесь старые фотографии футболистов команд, армянской команды Леона. Что тут еще? Вот тут вот портрет я вижу человека, известного достаточно в Леоне. Орден у него на груди французского легиона. Булукян его фамилия. Наполеон Булукян. Вот таким громким именем. Ну, и с его фондом вы еще познакомитесь. Я покажу его фондейшн, который находится тоже здесь, в Лионе. Правда, говорят, он не столько финансирует армян, сколько всех подряд. Армян как раз таки меньше всего. Ну что, давайте дальше пройдем. Посмотрим, что еще дальше. Кстати говоря, здесь будет творческий вечер со мной. Ну, это не сегодня. Я-то все сниму и сегодня, и завтра, а потом все это смонтирую и покажу вам уже смонтированное за несколько дней. Вот. Завтра люди соберутся на встречу со мной. Что у нас дальше? Ну и дальше вот такой вот холл. Вот такой вот холл. Ну, здание это, я вам скажу, трехэтажное. По всем трем этажам, конечно, мы проходить не будем. Тем более я сейчас тут один, хозяйничаю. Но скоро подойдут ребята. Может быть, еще они что-то скажут. Вон здесь кухня. Что-то там еще вон дальше есть. Но подниматься опять же не будем. Да. Ну вот так вот. А теперь пойдем к ребятам. Я у них попытаюсь тоже кое-что выяснить. Alors, UGAP, c'est une des associations, une des grandes associations actives à Lyon. Donc, c'est une association déjà mondiale et la section de Lyon, donc, on s'occupe de différents événements qui ont pour objectif de promouvoir la culture arménienne aux Arméniens et aussi aux Français, hein, qui est au Lyonnais, voilà, qui est à Lyon. Et donc on fait de différents événements comme des concerts, des conférences autour des sujets et des thématiques différentes liées à l'Arménie. Et, mais aussi on fait des afterworks, des différentes soirées qui permettent de réunir la jeunesse arménienne, de faire connaissance entre des professionnels, créer de nouveaux contacts, de nouvelles connaissances et de nouveaux liens. Et voilà, tout l'objectif étant de promouvoir la culture arménienne et de promouvoir la culture arménienne et de montrer aux Lyonnais et à la France, voilà, notre vrai patrimoine, notre histoire et toute la richesse de notre diaspora. Bien, donc à la fin du Moyen-Âge, au XVIIe siècle, les Européens ont voulu développer des éléments lyriques qui ne soient pas tous liés à la religion chrétienne et au christianisme. Et donc ils se sont naturellement tournés vers les sources latines, les sources grecques qu'on traduisait en latin à cette époque-là. Et dans ces sources, l'Arménie, le personnage de l'Arménien, l'État arménien, les rois d'Arménie, évidemment, ont beaucoup d'importance. Et donc, quand l'opéra
est né et s'est développé de manière extrêmement importante à Venise et de manière générale en Italie, il y a eu une utilisation de la matière arménienne extrêmement importante. Corneille, dans plusieurs de ses œuvres, parle de différents moments de l'histoire de l'Arménie. Et si vous voulez, il y a un certain nombre de moments de l'histoire arménienne qui ont été abordés des années 1510-1520 jusqu'au début du 19e siècle. La première, c'est ce qu'on a appelé l'époque de Tigrane l'Ancien, c'est-à-dire l'époque de Cyrus II, où Cyrus conquiert l'Arménie et il y a une discussion avec le roi d'Arménie et son fils Tigrane pour conserver le pouvoir en se soumettant à Cyrus. Donc là, on a beaucoup d'opéras qui sont liés à cette période. Ensuite, on a l'époque de Tigrane II et l'époque hellénistique avec Nicodème. Bon, c'est des choses plus ou moins... Вот здесь такой вот любопытный райончик Лиона. Здесь вы вообще не услышите французскую речь. В основном все говорят по-арабски. Ну, принято называть этот район марокканским, потому что здесь в основном марокканцы, алжирцы. Здесь речь арабская вокруг. Вот французов вы вообще не видите. А вот эта площадь, на которой я сейчас нахожусь, вот эта площадь, имени Джабраила Багдуриана. То есть это был в 20 веке достаточно такой богатый человек, предприниматель в Лионе, очень известный и знатный. Он открыл здесь очень много торговых представительств. И в честь него названа эта площадь. Вот здесь даже есть табличка. Площадь Джабраила Багдуриана. Вот. И рядом, кстати говоря, один из крупнейших магазинов, который тоже носит его имя. Вот мы сейчас видим Багдуриан, так и он называется, этот магазин. Они доставляют еду Багдуриан. Мы еще зайдем в этот магазин, и я вам покажу изнутри, что там. А вот такой вот интересный Багдуриан Плас и магазины на одноименной площади в арабском районе Лиона. История бизнеса Багдуриана в Лионе началась еще в 1929 году. Тогда его магазин начал специализироваться в этом квартале на экзотических продуктах, и это не случайно. Сейчас район исключительно арабский, но в 29 году здесь проживал рабочий класс, «La Guillotière», тоже состоящий из эмигрантов, но разношерстный, не только арабской. Багдуриан сначала открыл небольшой продуктовый магазин, специализирующийся на восточных продуктах, ассортимент которого постепенно расширялся, чтобы соответствовать ожиданиям его космополитической клиентуры. В частности, он импортировал русскую селедку и соленые огурцы для своей еврейской клиентуры ашкенази. Магазин постепенно расширялся и через 40 лет охватил весь квартал. Затем к этому историческому месту были добавлены три филиала, в том числе один в Лионском дворце. Так что у магазина целая история. Еще одна святая святых. Иду по улице Армянской. Это улица Армянская. И она выводит, эта Армянская улица, на Армяно-Апостольскую церковь. Вот она, улица Армянская. Или улица Армении, скорее всего, да. Вот, и вот сам храм. Вот такой он здесь большой и красивый. Сегодня воскресенье, наверняка там служба. Зайдем, посмотрим. Да, вот там идет служба.
песнопения. Пока там служба, я покажу вокруг, что здесь. Ну, здесь, как обычно, хачкар, доска объявлений. Ага. Меценаты. Все как обычно. Идем дальше. Еще интересное. Интересный такой хачкар. Необычный, я бы даже сказал. Очень необычный хачкар. Что на той стороне? Посмотрим. Я надеюсь, меня слышно. Я просто говорить громко не могу при храме. Ну, здесь уже тупик. Здесь ничего такого нет. И все же сейчас попытаемся войти в храм и послушаем немного службу. Армянская школа, такая многоэтажная, Маркаряна Папазяна, это благотворитель был такой, который, впрочем, и основал эту школу. В этой школе изучаются практически все предметы, вплоть до истории армянской церкви, армянский язык, но предметы ведутся на французском языке. Учеников 350 человек. 350 человек, учащихся этой самой армянской школы. Здесь, значит, есть еще музей Гарбиса Манукяна, тоже благотворителя. И здесь это находится все на улице Армении. И здесь вот, кстати, табличка, что 7 октября 1974 года этой улице было дано название... Так, нет, 8 октября 1977 года этому улице было дано название улица Армении. Вот так люди возвращаются из церкви. Здесь все рядом находится. Вот это вот улица Армении, церковь, школа. Ну, все как обычно. Ուրեմն մենք հիմա գտնվում ենք Լիոնի հայկական արաքելական Սուպակոպ եկեղեցում։ Եկեղեցին կառուցվել է 63 թվականին։ Շինարական ուրեմն նախագիծը սկսել են կառուցել 54 թվականից, եթե չեմ սխալվում, 9 տարի է տևել։ Վերջացել 63 թվականին եւ օծվել է 63 թվականին։ Եվ այս տարի հենց 60-ամյակն է եկեղեցու, սա նշում ենք։ Ինչ կարող եմ պատմել ուրիշ եկեղեցու մասին, բարերարների անունները ասեմ, Ջնգդերյան Հակոբյան ընտանիք, Ջնգդերյան ընտանիք, Հակիլյան, Բադուրյան ընտանիքները, որոնց շնորհիվ կառուցվել է եկեղեցին, եւ նույնպես ուրեմն այդ բարերարների շնորհիվ կառուցվել է կողքում ուրեմն դպրոցը 88 թվականից սկսած, 88 թվականից դասերն են սկսել, 2 տարի հետո ինչ կարծում եմ կառուցվել է 90 թվականներին դպրոցը հայկական, եւ մինչեւ հիմա ուրեմն ուժի մեջ աշխատում է այդքանը։ Молодые ребята раздают буклеты. Вот. Ну вот мне тоже дали вот этот буклет, но это по событиям 24 апреля, которые будут. И самое интересное, на обратной стороне я увидел Мухаммада Мирзали, азербайджанского оппозиционера. Я знаю, что он перебрался во Францию, живет здесь во Франции. Но что его портрет здесь делает, честно говоря, я так и не понял. Спрашиваю ребят, они сами не знают. Говорят, ну, нам сказали раздать эти буклеты, вот мы и раздаем эти буклеты. А что делает его портрет? Может быть, его пригласили на мероприятие 24 апреля. Меня, к сожалению, в Лионе уже не будет 24 апреля, но было бы интересно.
Ну что ж, а теперь приглашаю вас вместе со мной отправиться в небольшой городок, а вернее сказать, пригород Лиона-де-Син. Его также называют французы маленькой Армении, так как населен он в основном армянами. Вот теперь я нахожусь в Лионском районе Де-Син. Это какой-то такой аналог Глендейла в Соединенных Штатах. Как бы в Глендейле основное население армяне, здесь основное население армяне. Хотя армяне живут по всему Лиону, но здесь как бы такой основной конгломерат, я бы сказал. Ну и, конечно, бы, как если бы не в Де-Сине бы появился вот этот монумент, посвященный геноциду армян. Чем он уникальный? Уникальность его составляет тем, что это первый на территории Европы монумент. Идея была заложена еще в 1965 году, открытие 50-летию геноцида армян, а вот уже 4 июня 1972 года архитектором Робером Дарнасом был заложен вот этот камень и открыт этот самый монумент. Так что он на сегодняшний день является старейшим на территории Европы, и находится он здесь, в Лионском районе Де-Син. Улица, посвященная той трагической дате 24 апреля 1915 года. Нечто подобное я видел в Марселе. Знаем, в Марселе тоже есть такая улица, я вам ее показывал. А здесь находится центр армянской культуры и памяти. Здесь библиотека, я смотрю, вот вверху. Ресторан «Арарат», ну куда же без ресторана, это понятно. Армяне любят не только культурно питаться. Вот. Ну и вся эта улица далее посвящена памяти жертв геноцида. Кстати, если вы помните, я снимал сюжет из Александрии, из Египта. И вот эти стены очень похожи на стены новодела Александрийской библиотеки, где собраны алфавиты разных языков мира, разных народов мира, живые алфавиты. Ну, здесь только алфавит одного народа, это понятно какого. Но очень мне напомнило здание, вот это армянское, здание армянского центра, очень мне напомнило здание Александрийской библиотеки. Здесь можно идти вот так вот и снимать обязательно какие-то скочат армянские фамилии. Вот тут Зартарян. Ну и так далее. Если еще идти вот где торговые ряды, так уж тем более. А здесь улица с частными домами. Кстати говоря, отсюда начинал и известный футболист Юрий Джоркаев. Именно с этого района. Мы когда проезжали, видели указатель. Сейчас как раз туда мы и подходим, к этому указателю. Этот указатель ведет на стадион Юрия Джоркаева. Туда мы тоже подойдем. Вот смотрите, я что нашел. Здесь тоже какой-то дом культуры армян Де-Сина. Но это очень старое уже здание. Вон оно какое. Тоже очень старое, обветшалое здание. Чем дальше в прорубь, тем больше старых зданий, но я вам скажу, даже и интереснее. А вот я подхожу уже к армянской церквушке. Такая она небольшая. Так. Да. Небольшая такая церквушка. Чем-то мне напомнила лично мне церковь армянскую в Самарканде. Не знаю вот чем, но вот что-то такое есть. Кстати, самаркандцам привет. Ну вот, как я и говорил, добрался я и до стадиона Юрия Джоркаева. Кстати говоря, он здесь и живет, Джоркаев. Его родные здесь живут, родители. Ну, заглядывать на чай, естественно, не будем. У нас свои дела, у него свои дела. Вот. Вот его и стадион. Я так понимаю, что он его построил на свои средства, этот стадион.
детки играются пока еще у стадиона. Не знаю, детки армяне или не армяне. О, машет рукой. Барифтесь. Вот такой вот он Десим. Ну, я, конечно, весь Десим вам не показал. Есть еще центр Десима, где я уже говорил, много там всякого интересного. Папа подошел. Всякого интересного. И казино, и рестораны, и магазины, и цветочные лавки, и клиники медицинские. Все тут армянское. Ну, практически 80% точно. Вот такой французский Глендейл. Пора возвращаться в Лион, так как время поджимает. Хочется больше насладиться Лионом, городом братьев Люмьер, Антуана Клоде, де Сен-Экзюпери, Андре Ампера, Франсуа Рабле и многих других знаменитостей. К тому же здесь уже собралась публика, перед которой я должен выступить на своем творческом вечере. Полагаю, пусть наш разговор останется в стенах лионского ADBU, чтобы внутриармянский ссор не выносить на публику. А я с вами отправлюсь на одну очень любопытную, на мой взгляд, улицу. Она названа именем хорошо вам знакомым. Улица Гранта Динка. В Лионе, во Франции. А вот тут тоже с этой стороны. Но она здесь, как оказалось, не случайно. Я имею в виду, именно на этой местности она не случайно. Вот на этой улице. Сейчас нам расскажет сопровождающий меня молодой человек, почему эта улица именно здесь. Հրանդիկի սպանությունից հետո 19 հունվարի 2007 թվականի ուղիղ 1 տարի հետո իրանք բացեցին այս փողոցը, որը ուղիղ հանում է Euronews-ի դիմաց։ Լիոն քաղաքը ինքը քուր քաղաք է Երևանի հետ, եթե գիտեք, ունենք այստեղ հայ քաղաքապետ ենք ունեցել, լավ բժիշկ ունենք, որը նաև հայ է, շատ են այստեղ հայերը ակտիվը։ Այգի Երևան ունենք այստեղ, որը որ հեռու չի, հիմա կգնանք Euronews-ը ձեզ ցույց կտանք։ Տեսա, ունենք սիրուն Հրապարետը նրան դուքի համար իրեն պատվին ու գրածա, որ ինքը սպանվել է որպես ժորնալիստ։ Теперь я пройду в сторону Евроньюса. Это уже чисто для себя, не знаю, вам это нужно или нет, но я хочу туда пройтись. Кстати говоря, я сегодня бывал еще без вас в Интерполе. Нужно было убедиться, что я чист. Шучу. Вот здесь дорога получается еще не только на Евроньюс, но и во Лионский масс-медиа. Здесь находятся крупнейшие радиостанции Франции, Лиона. Вот это здание телевидения я уже окрестил сырным, потому что вот оно такое, знаете, из дырочек, дырявое. В принципе, по праву можно окрестить сырным. Мне очень понравился здесь сыр французский. Сортов очень много, все очень вкусно. Мне даже сложно было выделить, что хуже, а что лучше. Вот, могу похвастать. Хотя мне сыр запрещено есть на ближайшие 3 месяца. Но я готов был бросить курить и кушать сладкое. Но от сыра не отказался. Вот здесь скоро заканчивается полуостров, на котором расположен центральный Лион. Ну, если вы посмотрите на карту, старый центральный Лион, он в виде полуострова между реками Рона и Сона. И вот буквально уже в нескольких метрах от меня, куда я иду, это уже самый конец полуострова. А вот эти баржи тут стоят, видите, такие кораблики небольшие. Это не просто баржи, не просто кораблики. Это жилые дома, здесь живут люди с семьями.
это их собственность. И, как мне сказали, одна из собственностей называется, вон мы видим уже, Арарат. Вот он, Арарат, и там живет армянская семья. Это частный дом. Мы не прошенные гости, и мы и не собираемся к ним в гости. Я просто подошел снять, показать вам. Потому что я не знаю этих людей, поэтому проситься, конечно, в гости не буду. Вот он, Арарат. И на ходу, и дома. В общем, достаточно, я скажу, такой уютный дом. Видите, палуба в виде мансарды. Вон, велосипед, умывальник. А квартиры, комнаты, то есть гостиные, спальни, скорее всего, вот где-то за этими иллюминаторами. Конечно, интересно было бы войти и посмотреть, как все там устроено и расположено. Но, увы, а это, видимо, хозяйская машина этой армянской семьи. Дом называется Арарат и расположен на воде. Вот такая интересная штука. Чем отличается армянская баржа от остальных барж? Вот этой самой шашлычницей. Вот она. Перед велосипедом. Ну что, уже вечер. Я думаю, уже настало время перекусить, отужинать. Вот зайду в армянский ресторан «Армен». Вот и подошел к концу мой тур по армянскому Лиону. Французскому армянскому Лиону. Чтобы французы не обиделись, я скажу и французскому армянскому Лиону. Подошел к концу, и я очень рад, что я побывал в этом городе. Я очень рад, что познакомился с жильцами этого города, приобрел новых друзей, замечательных людей. И спасибо им за эту возможность, что я побывал в Лионе. Я бы даже, наверное, мне и в голову не пришло приехать сюда, потому что вот до этого бывал несколько раз во Франции, но в Лион не заезжал. Я буду очень доволен, если вам понравится мой экскурс. Вы поставите свои лайки, какие-то комментарии. Естественно, в своем обзоре я все сказать бы не смог и не успел, потому что, сами знаете, в Лионе проживает, ну, это во всем округе, не только в одном городе, порядком около 100 тысяч армян. И рассказать обо всех и деяниях армян этого города, этой области, ну, просто было бы невозможно. Ну, например, вот смотрите, я сейчас улетаю из аэропорта Сен-Экзюпери, и архитектор этого здания подрядчиком был тоже армянин по фамилии Ванетян. Кстати говоря, его же таланту принадлежит и стадион, футбольный стадион города Лиона, новый, который был построен относительно недавно. Так что подписывайтесь на канал Антитопор. Ну, а я лечу в следующую страну. Всего хорошего. Au revoir.